Закончили проклейку шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник, проклеили крылья. Так, теперь проклеен весь багажник с внутренней стороны арочки. Все тщательно проклеено. Готов также салон. Тоже сплошным ковром проклеен шумопоглощающий слой. Вот так теперь у нас упакован автомобиль весь. И готовы 4 двери. Полностью заклеена карта. Вот так теперь все это выглядит. Все, будем приступать к сборке.